парке имени Пушкина станицы Северской прошел фестиваль достижений образовательных учреждений района «Шаг к успеху». Гостей встречали красочные стенды, на которых можно было ознакомиться с педагогическими династиями и выдающимися работниками образования. Чествование лучших педагогов устроили на большом круге с участием почетных гостей. Я благодарен вам, искренне благодарен за ваш труд, за вашу теплоту души. И я поздравляю вас, и я желаю вам, вашим семьям, чтобы все у вас складывалось хорошо, чтобы был мир, уют, теплота, чтобы родные и близкие были с вами. Спасибо вам большое. Благодарность главы администрации района вручили начальнику управления образования Любови Масько. Благодарственными письмами и почетными грамотами отметили выдающихся педагогов муниципалитета. На аллеях парка расположились площадки образовательных учреждений, которые представили свои достижения и разработки. Интерактивное и развивающее оборудование для дошколят, подделки и материалы для дополнительных занятий и многое другое. Северский Арбат превратился в творческую мастерскую, где все желающие могли научиться новым техникам, например, скраббукингу. Поучаствовал в мастер-классе и глава района. Прямо в парке организовали импровизированный театр. Гостям провели увлекательную экскурсию в театральный мир, а ребята разыграли сценку из военного времени. Выступили здесь и детские творческие коллективы. Подари мне сокол, на прощание саблю вместе с острой саблей пику подари. Школы, оснащенные площадками «Точка роста», представили новое оборудование. Теперь ребята смогут обучаться основам столярного мастерства. А еще научатся использовать очки виртуальной реальности не только в играх, но и для обучения. Например, истории. Не обошли вниманием и спортивные секции, которые по праву считаются гордостью нашего района. Юные акробаты подготовили для фестиваля яркий зрелищный номер. Педагогический фестиваль стал в районе традиционным и полюбился работникам образования. Здесь они сами становятся учениками и получают новые ценные знания от своих коллег.